يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры, рады приветствовать вас на нашем телеканале Хадитова 3, на нашей передаче, которая посвящена месяцу Рамазан. И специально по этому грандиозному поводу у нас сегодня в студии Худжатул Ислам валь Муслимин шейх Гурбан. Ассаляму алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Шейх Гурбан, вот нас, на прошлых передачах мы говорили про условия, про условия освобождения от огня. И вы рассказали про один, то, что одно из условий является тем, что кто принял руководство имамов, те как бы освободились от огня. И вот хотелось бы продолжить наш разговор на данную тему. Пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وَلَأَنَتُ الدَّائِمَةُ وَلَا آدَائِهِ مَجْمَعِينَ إِلَىٰ قِيَوْمِ يَوْمِ الدِّينَ. Я приветствую дорогих телезрителей. Имеется предание от имама Муса ибн Джафара, алейхиссалату вассалам, где его светлость спросили, задали ему вопрос. Вопрос заключался в следующем. Очень интересный вопрос и весьма полезный ответ, очень глубокий ответ. И тот ответ, который дал имам, может быть как раз разъяснением того, что вы спросили. И прежде чем разъяснять этот хадис, я хочу подчеркнуть, что мы говорили ранее о том, что одним из условий как раз является, как вы упомянули, является следование и принятие руководства халифов и наместников Аллаха на земле. Да. Я хочу подчеркнуть, что учение о халифате, то есть о халифах Аллаха, учение о наместниках Аллаха, это кораническое учение, это учение сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, но оно было вырезано из исламского учения на протяжении этих почти полторы тысячи лет посредством тех людей, которые никак не хотели признавать наместников Аллаха на земле. Они сами хотели возвыситься над всеми остальными людьми, сами хотели быть примером, сами хотели быть правителями, сами хотели быть руководителями этого общества. И поэтому эти люди искусственным образом вырезали это учение из ислама. И поэтому, к величайшему сожалению, когда мы сейчас говорим «халиф Аллаха на земле» или же говорим «наместник Аллаха на земле», люди возмущаются, это может звучать для них немножко диковато. Даже для тех людей, к величайшему сожалению, которые читают Коран, где сказано «инни джаилун фил арды халифа» – «я устанавливаю халифа на земле», «всегда устанавливаю халифа на земле». То есть люди, даже те люди, которые знакомы с аятами, знакомы со священным Кораном, но, как сказано, священный Коран «ля этадабарун», они не размышляют над этими аятами, и, как следствие, для них это учение о халифате. Халифат и халиф, эти слова, к сожалению, очень искажены в сегодняшнем мире. Посмотрите, подонки вроде Абу-Бакра Багдади считают, называют себя халифами, а то порочное абсолютно низкое и извращенное государство, которое они создают, убивая мусульман, убивая верующих, причем убивая их бесчестно, убивая их
так как не подобает мусульманину абсолютно ни по каким законам ислама, сжигают, например, ну где это видано, например. Так вот, эти люди свое порочное правление, свое порочное государство называют халифатом. И поэтому, к сожалению, я вот обращаю внимание, что когда мы говорим халиф или халифат, это звучит для мусульман немножко дико, незнакомо, а для немусульман это звучит жестоко и звучит немножко непристойно даже, я бы сказал. Но это искажение ислама, это вследствие искажения исламского учения, коранического учения. Да. Халифами, истинными халифами, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и Всевышнего являются самые возвышенные духом люди. Это не эти преступники и террористы, ни в коем случае. Поэтому, когда говорим о халифах, мы говорим о них, и говоря о халифате, мы говорим об их руководстве, об их вилаяте, об их руководстве говорим. Да, вернемся к нашей теме, немножко отвлеклись, так как я когда сказал слово халиф, мне сразу в голову пришло вот это вот порочное государство. Ну да, мы поняли, что на сегодняшний день имя халиф, оно немного имеет другой смысл, и люди, услышав это слово, они подразумевают что-то другое, они не знают истинный смысл. Да, к сожалению, ассоциируется с очень порочными и непристойными вещами, к величайшему сожалению. Мы говорили о том, что я хотел донести то, что, чтобы следовать, принять халифат и принять халифа Бога, нужно познать его. Необходимо познание, нужен определенный путь. Мы чуть-чуть позже разъясним, что такое познание. Мы немножко коснемся этого и посмотрим, что значит познание халифа. И разъясним это из преданий. И это нужно иметь в виду, что необходимо познание, необходимо ма'рифат, то, что говорится ма'рифат. Дело в том, что это тоже очень важно. Мы говорим познание, но в арабском слове, в арабском языке есть слово ильм и ма'рифат. Они немножко отличаются друг от друга. Возможно, чем же отличаются они? Дело в том, что когда мы говорим знание чего-либо, ильм, это информация. То есть мы в первую очередь говорим об информированности о чем-либо. Как, допустим, Абу Джахль. Абу Джахль был злейшим врагом ислама, обратите внимание. Пророк назвал его отцом невежества. Но этот человек ни в коем случае не был невежественным в значении ильма. Знаний, информированности у него была просто невероятная информированность была у этого человека, у Абу Джахля. Да. Обратите внимание, когда мусульмане хотели обратить его в ислам и приводили ему доказательства единства Бога, доказательства посланнической миссии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, он их останавливал и сам приводил им доказательства. Сам приводил доказательства единства Бога. Но при этом он был многобожником. Мы говорим о многобожнике. То есть этот человек приводил доказательства мусульманам, убеждал их. И они удивлялись. Удивлялись, потому что он приводил еще более весомые доказательства, чем они могли привести. И они задавались вопросом, ну как же так? Дело в чем? Дело в том, что он был информирован. Но у него не было ма'арифата. То есть ма'арифат – это не просто информированность о чем-либо. Ма'арифат – это информированность, которая преследует и следует за собой принятие. То есть когда человек синхронизирует, если выражаться современным языком, синхронизирует себя с этим познанием, с этой информацией и ведет себя соответственно этому знанию, этому пониманию. То есть понимания здесь недостаточно, а именно это состояние, это особое состояние души, когда человек знает, что такое хорошо, человек знает, что такое плохо, и избегает плохого и придерживается хорошего. Ну, разве каждый человек, который знает о том, что такое хорошо, что такое плохо, придерживается этого? Нет, не каждый человек. И люди в большинстве своем в каких-то вопросах не способны придерживаться своего собственного понимания.
И это состояние, когда человек естественнейшим образом передает себя этому познанию, этому своему, своей информированности, ведет себя соответственно этому, когда, допустим, считает, что Бог един, то он поклоняется единому Богу, да, только единому Богу. Это состояние, когда естественным образом это происходит, это состояние называется ма'рифа. И мы говорим об этом состоянии. Это состояние требует духовных усилий, это состояние требует того, чтобы человек шел к этому, двигался к этому. Так вот, возвращаясь к преданию от имама Муса ибн Джафера, алейхиссалату вассалам, его спросили вот, вот что. Это очень интересный вопрос. Ну, мы все прекрасно знаем, что человек был создан, то есть праотец человечества, а именно Адам, алейхиссалату вассалам, был создан и помещен в идеальном месте. И позже он был низведен до этого мира. Верно? Это всем прекрасно да, известная конечно. История. Это все осведомлены об этом. Так вот, имама спросили, если это был идеальный мир, так зачем же Бог низвел человека, опустил еще ниже в мир, который менее идеален, мир, где есть недостатки? Почему это произошло? Зачем Бог это сделал? Да. В чем причина? Имам, алейхиссалату вассалам, разъясняет глубокую мудрость этого действия Бога Всевышнего. Глубочайшую мудрость этого. И его светлость имам Муса бин Джафер говорит, что это был идеальный мир. Человек был наделен абсолютно всем. У человека не было ни нужды абсолютно ни в чем. Он был наделен всем, ему было даровано все, все, что он видел вокруг. Но я приведу просто пример. В этом мире люди борются за ресурсы, люди борются за какие-то блага, материальные блага, жизненные блага. Например, за продукты, за территорию, да? Да. Кому-то хочется купить где-то, допустим, у моря, на самом лучшем месте и иметь дом, верно? Все могут в этом месте находиться, не могут все, все нет, в этом месте нет. находиться. И не все места, где человек обитает, такая красивая, такие красивые пейзажи и красивая погода и так далее и тому подобное. Поэтому здесь красота и блага имеют какую-то ограниченность. Они, конечно же, если бы были распределены поровну, конечно же, хватили бы всем абсолютно, то есть никто бы ничем не нуждался. Но дело в том, что человек так устроен, что он хочет больше и больше и больше. Да. И поэтому ведется какая-то борьба за блага и за достатки. А в том мире этого не было. Каждый человек имел то, что он хочет. То, что хотел. Да. Абсолютно. То есть этот мир не был похож на этот мир. И поэтому имам Муса ибн Джафер говорит, что тот мир не давал человеку осознания и познания и понимания того, что он не идеален и что он нуждается в Боге. То есть вот эта вот нужда в Боге, нужда человека во Всевышнем, она была непонятна в том мире. Да. То есть в том мире это был настолько идеальный мир, что человек даже не думал об этом. Да, ему даже в голову не приходило, да, что есть какая-то нужда у него. То есть само понимание того, даже что такое нужда, была недоступна человеку. И поэтому Всевышний низвел человечество в этот мир, чтобы человек возвысился своим духом через познание своей нужды. Потому что когда человек пуст, когда человек нуждается и все, что имеет от Бога, то достоинством и духовной возвышенностью для него является осознание этого факта, этой действительности. Обратите внимание, нас раздражают люди высокомерные, да? Вы видели? То есть вы вряд ли можете встретить человека, которого не раздражала бы высокомерность. А что такое высокомерность? Конечно. Высокомерность — это когда человек
Дело в том, что каждый человек имеет какие-то недостатки, это вне всякого сомнения. Да. Любой человек имеет какие-то недостатки. И поэтому, когда человек преподносит себя как идеальное, как идеальный объект, это раздражает всех. Почему? Потому что все понимают, что это никто ложное. Не идеален. Да, что это ложное, ложное утверждение, что да. это ложная позиция, и это раздражает всех. И, то есть я хочу донести ту мысль, что это состояние человека, это есть духовное, это есть состояние духовной недостаточности, духовного падения. И осознание того, что ты из себя на самом деле представляешь, это есть духовное преимущество, это есть духовный достаток для человека. И поэтому имам Муса ибн Джафер, алейхиссалату вассалам, говорит, что Всевышний даровал человеку эту возможность, низвел его в этот мир, чтобы он познал свою нужду. Потому что в священном Коране сказано: «Калла иннал инсана ла ятга ин раа'ху стагна». Это то, о чем мы как раз говорили. То есть в священном Коране ясно и недвусмысленно сказано, что человек превозносится и ля-ятга, то есть он бунтует против самого себя, против своей собственной души и подчиняет ее, как бунтует. Если он бунтует против самого себя, против своих собственных интересов, то он подчиняет себя чему-то чуждому, чужому, а именно огню, например, аду подчиняет и своим низменным желаниям подчиняет. Когда когда он видит себя ни в чем не нуждающимся. Если человек видит, что он ни в чем не нуждается, если видит свое отсутствие какой-либо нужды у себя, когда видит себя богатым, достаточным и ни в чем не нуждающимся, то есть он бунтует, становится бунтарем. Здесь бунт абсолютно... Что это значит? Что такое бунт? Бунт имеет абсолютно ясное значение здесь. Речь идет о том, чтобы бунтовать против самого себя. Я не хочу это долго объяснять, потому что у нас на это уйдет очень много времени. Но речь идет о том, чтобы бунтовать против самого себя. Дело в том, что у человека есть свои собственные интересы, а есть интересы, чуждые ему, но иногда кажущиеся. Кажущиеся, это его, да, свои интересы. Да, кажущиеся, что это его собственный интерес. Да. И когда Всевышний говорит «ля ятга», то есть он бунтует против самого себя, предает свои собственные интересы и подчиняется чужим интересам. Я так понимаю, что у нас сейчас время закончилось. Да, к сожалению, да. Мы должны прерваться на короткую паузу. Если... Этот момент нужно чуть-чуть разъяснить. Да, мы обсудим это после короткой паузы. Мы прерываемся на короткую паузу. Ну а вас я прошу, уважаемые телезрители, оставайтесь у ваших телеэкранов, не переключайтесь. Мы вернемся через несколько минут. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات Снова ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня уважаемый худжатул ислам валь муслимин шейх Гурбан. И шейх Гурбан до паузы нам объяснил, привел предание от имама Джафара. Муса ибн Джафара. И также уважаемый шейх Гурбан привел нам в пример аят из Корана. И вот хотелось бы продолжить наш разговор на данную тему. Да, если позволите, я разъясню. Дело в том, что когда мы говорим «служит чужим интересам», кто-то может подумать, что речь идет об интересах соседей, друзей, знакомых или еще кого-то. Речь не об этом. Дело в том, что человек состоит,
человек является чем-то сложным. Это сложное существо. Человек – это весьма и весьма сложное существо. Он состоит из компонентов, грубо выразимся, но чтобы было доходчивее. Он состоит из компонентов, которые чужды ему, являются чем-то временным для него. Это похоже на человека, который приобрел машину. Приобрел хорошую машину. Обратите внимание, если у него есть машина, и он к этой машине обращается лучше, чем с самим собой, например, у него гнилые зубы, например, да, он за своими зубами не ухаживает, он эти зубы не лечит. И как следствие, он очень сильно страдает. Это даже сокращает жизнь. Да. Потому что микробы и так далее наносят очень сильный вред. А вот если у машины какая-то будет царапинка, он бежит в мастерскую, да, лелеет машину, следит за этим. Вот отношение большинства людей к самому себе похоже на это. Потому что у человека есть машина, которая называется тело. У тела есть определенные потребности. Это еда, да, хочет питаться, хочет иметь другие наслаждения, хочет отдыхать. Машина иногда устает. Эта машина, это тело, которое есть у человека. Это более органическая машина. Это машина, которая имеет более, намного более тесную связь с самим человеком, чем вот эта вот машина, на которой он ездит. И эта связь настолько тесная, что человек порой теряет границу, где я, а где машина. Представьте себе, что человек купил себе Lamborghini, но потерял связь, потерял вот эту границу, где он, а где машина, и путает машину с собой. Понимаете, вот отношение человека к самим собой похоже на вот это отношение этого человека к своей машине. Эта машина, эта органическая машина, хочет есть, хочет отдыхать, он устает. Устает и хочет отдыхать, хочет сна, хочет наслаждений, хочет плотских наслаждений и так далее и тому подобное. И если человек удовлетворяет эту свою машину настолько, чтобы эта машина могла функционировать, то есть питается в той мере, в которой необходимо, чтобы эта машина функционировала, удовлетворяя другие его нужды настолько, насколько это необходимо, это никаких проблем не вызывает, это никакой конфликт с самим человеком не входит. Но если человек начинает ставить все эти желания своей машины выше всего, ставить эти желания целью своего существования, как это делают очень многие, в западный мир, в том числе в России, обратите внимание, молодежь, к сожалению, это неестественное поведение человека, абсолютно неестественно. Оно вызвано общественной обстановкой, которая создается, это влияние культуры, искусственно созданной культуры. Это телевидение, это музыка, это кинематограф и даже реклама, просто реклама, даже не телевизионная реклама, а просто плакаты, обратите внимание. Да. Все это в молодых людях, все это ставит перед человеком цель. Ставит цель. Все это преподносится так через кинематограф. Обратите внимание, просто когда смотрите какой-то фильм западный, обратите внимание, этот фильм внушает, что тот человек, который не ведет беспорядочный образ жизни, допустим, у него есть одна девушка, на которую он засватался, потом женился, то этот человек неудачник. Это так преподносится. И тот человек, который вот ведет именно беспорядочный образ жизни, абсолютно порочный образ жизни, вот он настоящий успешный человек. И поэтому человек стремится к тому, чтобы заработать больше денег, да. Стремится к тому, чтобы достичь каких-то социальных каких-то титулов, статусов и уважения, авторитета, только ради того, чтобы привлечь к себе внимание слабого пола. То есть, обратите внимание, вот это вот желание тела, это желание тела, это наслаждение тела, этого требует тело. Сам человек, сама его душа, то, из чего он на самом деле состоит, этого не требует. Он требует более высоких вещей. У него есть более высокие цели, намного более высокие цели. Например, даже не один из самых, мы приведем пример даже не одного из самых высоких целей. Приведем всего лишь один такой простой пример, понятный всем. Знание. Образование. Это мешает его образованию, это мешает его
развитию, научному развитию на поприще его учебы. Да? То есть это мешает его, просто говоря простым языком, мешает его учебе. Это и есть служение другим, это и есть служение тому, что тобой не является. Это подобно, мы можем насмехаться над человеком, который уделяет больше внимания своей машине, чем своей жене, своим детям и самому себе, своему собственному здоровью, но ведь именно таковы большинство людей. Большинство людей именно так и живут. То есть вы хотите сказать, что человек, довольствуясь мирскими благами, забывает о своих основных ценностях? Есть средства, есть цель, верно? Есть вещи, которые являются средством. И если мы путаем средства с целью, тогда возникает проблема. А если мы смотрим на средства как на средства, то никаких проблем не возникает. Я приведу простой пример. Есть деньги. Деньги – это средства. Средства того, чтобы ты мог обеспечивать свою семью, чтобы мог жить безбедно, чтобы мог лечить своих родных, если они чем-то заболеют. Так? Это же средства. Да. Ну, а если это становится целью, как это становится для очень многих людей? Обратите внимание, очень многие люди видят в деньгах цель, а не средство. То есть они зарабатывают только для того, чтобы иметь эти деньги. Они могут даже не тратить эти деньги до конца своей жизни. Очень много таких людей. Люди умирают, уходят из этой жизни, проводят свою жизнь в таких в скупом состоянии, уходят из жизни, оставляют после себя просто огромное состояние, которое непонятно кому достанется. Зачем он копил, зачем это он сохранял? Это значит, что он видел в этом цель, он видел в накоплении богатства цель, а не средство, а деньги – это средство. И поэтому, если мы путаем, тело дано нам для того, чтобы мы могли существовать в этом мире, чтобы могли жить в этом мире. Оно дано нам для того, чтобы мы какие-то функции могли выполнять, какие-то действия, какую-то работу могли выполнять. В том числе, в первую очередь, работу, которая направлена на достижение духовных ценностей, духовных качеств, возвышенных духовных качеств. Если человек в этом теле видит цель, а не средство, то есть нужно как можно больше кормить это тело, доставлять ему как можно больше удовольствия посредством чревоугодия, например, доставлять ему больше плотских наслаждений и так далее и тому подобное, если он видит в этом цель, то это, вот в этом и есть проблема. Мы не говорим о том, чтобы ухаживать за своим телом как за средством. Мы говорим, нет, это необходимо, Всевышний приказал это, приказал ухаживать за собой в той мере, в которой необходимо. То есть, если вы заболели, то вы должны лечиться. Если у вас есть какие-то, если вы ведете, допустим, сидячий образ жизни, то ваше тело начинает страдать от этого. И поэтому необходимо заниматься спортом, немножко уделять время тому, чтобы немножко изменить свой образ жизни. Да? И так далее и тому подобное. Мы не говорим о том, чтобы плохо относиться как к средству. Нет, мы говорим ко всему этому плохо относиться как к цели. Это разные вещи. Есть средства, есть цели. И здесь именно здесь возникает вот эта вот проблема. И поэтому здесь, в этом аяте, когда Всевышний говорит «Калля инналь инсана лаят ра», он бунтует против кого? Против самого себя, потому что он видит себя. То есть, конечно, здесь будет толкование, скажут вы, если обратитесь к толкованию, вы заметите, что здесь имеется в виду бунтовать против Бога. Но что значит бунтовать против Бога? Это значит бунтовать против самого себя. Потому что дело в том, что Бог ни в чем не нуждается. Как вы можете бунтовать против Бога? Это абсолютно бессмысленная вещь. То есть, если не понимать это как бунт против самого себя, потому что Бог ни в чем не нуждается, Он всемогущ. Бунт невозможен против Бога. Да. И когда мы говорим бунтовать против Бога, это означает, что бунтовать против желаний Бога. А чего хочет Бог? Бог хочет, чтобы этот человек достиг совершенство, чтобы стремился к совершенству, чтобы двигался к совершенству. И бунт является этим бунтом, бунтом против самого себя. И поэтому, когда здесь говорит «Калля инналь инсана ля ятха», нет, инсан, то есть человек
бунтуют, когда видят себя не нуждающимся. То есть понимание того, что ты нуждающийся, потому что в священном Коране также Всевышний говорит: «Я юхаль инсан», «Я юханнас», прошу прощения, «Я юханнас», «Антумуль фукарау илаллах», «О люди, вы нуждаетесь в Боге», «Валлаху лганию лхамид», но сам Всевышний ни в чем не нуждается. То есть человек нуждается во Всевышнем, и все существование, все существо, все бытие человеческое, оно зависимо от Бога. Его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, от него имеется предание «Аль-факари фахри». Он говорит: моя нужда есть мое достоинство, есть моя гордость, прошу прощения. Моя нужда есть моя гордость. То есть зависимость, это да, есть зависимость, есть нужда. Это не такая нужда, которая может к нам прийти в голову, если мы будем размышлять вот этими мирскими вещами. Это намного более возвышенная, намного более сильная, непреодолимая нужда. Но нужда в ком? В том, кто совершенен, кто ни в чем не нуждается, кто не имеет недостатков во Всевышнем. И поэтому эта нужда есть гордость, потому что это есть нужда в совершенном, всемогущем, всезнающем Боге. Нужда в Боге. Уважаемый шейх Курбан, хотелось бы напомнить, что у нас в распоряжении еще одна минута. Хотелось бы как бы подытожить наш разговор. Да, если позволите, я приведу, потому что приведу очень короткий пример, и да, на этом конечно. Закончим. Обратите внимание, большинство людей, очень огромное количество, если не большинство людей, хотели бы быть в зависимости от какого-нибудь могущественного человека. Да, то есть какого-нибудь очень влиятельного, могущественного человека. Допустим, какого-нибудь миллиардера, политически влиятельного человека. И это несмотря на то, что этот человек является человеком, даже несмотря на то, что он очень могущественный. Он в любой момент может потерять свое влияние, в любой момент может потерять свое имущество, свое достояние, свое богатство. И поэтому Бог, то есть нужда в Боге и зависимость от Бога, то есть если мы сравним с этим, это просто несоразмерно с этим. И поэтому человек должен осознать, насколько это важно и насколько это значимо предать себя, самого себя Всевышнему и полностью подчиниться его воле. Большое спасибо, уважаемый шейх Курбан. Надеюсь, что данная вами информация очень позитивно скажется на наших телезрителях. Ну а мы на этом с вами прощаемся. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракету. Ну а вам я, уважаемые телезрители, ну не я, мы. Значит. Ага, да. Ну а мы вам, уважаемые телезрители, уважаемые братья и сестры, желаем, чтобы в этот священный месяц для нас всех мусульман Аллах даровал нам терпение и сил. И хотелось бы вас тоже поблагодарить за то, что за ваше внимание и за то, что в конце так как хорошо поздравить, хотя уже не имеет смысла, мы уже на пятой части, поэтому шестая часть уже. Не имеет смысла поза. 14-я уже. Там просто Кисмат Ашич написано у него. Да. Мне сказали, это 14-я. Ага, ну ладно. Не, почему можно? Просто можешь пожелать там, сделать да. дуа, чтобы Аллах принял пост, потому что сейчас за это да, да, да. ходить в пост. Ну а вам, уважаемые наши братья и сестры, мы хотим пожелать, чтобы вы провели этот великий месяц с пользой. И хотелось бы поблагодарить вас за то, за ваше внимание и за проявленный вами интерес. Спасибо, что смотрите нас. А мы на этом прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا
حياتي.